Под девизом «Наше прошлое не безупречно, но упрекать его бессмысленно, а вот изучать необходимо» в гимназии имени Максима Горького свою работу ведет клуб «Отечество», куда входят учащиеся 10-11 классов. 25 октября в актовом зале состоялось очередное заседание членов клуба, посвященное открытию мемориальной доски выпускнику гимназии Гуламагомеду Курбанову. Мероприятие было начато с исполнения патриотической песни учащимися начальных классов. Это наша земля, это наш учитель. И пастырь Русь поднималась опять, несмотря ни на что, продолжая стоять. Все, кто живут, никогда не поймут, кто за людям у нас в России живут. Ты живи, моя Россия, славься, русская земля. Ваши небо, в качестве гостей на мероприятии присутствовали первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, заместитель главы администрации Исмаил Дадаев, заместитель командира ОМОН управления Росгвардии по Республике Дагестан Шамиль Юсупкадиев, представители управления образования, сотрудники отдела МВД России по городу Хасавюрт, председатель Совета ветеранов правоохранительных органов Зайбудин Амаров и другие. В рамках программы руководителем клуба Розой Гайрбековой была подготовлена викторина «Час мужества» с участием школьников 10 и 11 классов. Участникам предстояло ответить на вопросы о Великой Отечественной войне и об основных событиях в Афганистане. В деле свинья, клещи. Порядок. Боевой порядок войск, правильно. Какую военную операцию немецко-фашистская командование называла операцией «Тайфун»? Взятие Москвы. Наступление на Москву, правильно. Чей голос звучал по всесоюзному радио, оповещая о начале Великой Отечественной войны? Левитана. Учащиеся гимназии также вспоминали о героизме и мужестве выпускников школы, погибших в Афганистане во время выполнения служебного долга. Особо был отмечен подвиг Гуламагомеда Курбанова, который пожертвовал своей жизнью ради мира в родной республике. И в 60-е годы во дворе средней школы номер 1 появился обелиск с именами выпускников, которые погибли в Великой Отечественной войне. По традиции, в день последнего звонка ученики возлагают к этому обелиску цветы. Был он очень мужественным, добрым человеком. Ну, вот как уже правильно сказал и командир, он никогда ни на кого не обижался. Он всегда готов был в любую минуту всех поддержать, выручить. Но человек он с большой буквы он был. Я, конечно, очень благодарна его коллегам, друзьям. Они ни один день меня одну не оставляют, не забывают. Они всегда звонят, чем помочь мне, что сделать. Хотя у меня нет, я потеряла сына, но я приобрела много сыновей, потому что они всегда рядом со мной. В трудную минуту они меня готовы поддержать. Ну, что сказать, конечно, трудно потерять единственного сына, ну, раз, наверное, так предопределено было Всевышним, что он забрал его, но я горжусь своим сыном, что он ушел не бесследно, что он оставил за собой след и память. Благодарность руководству гимназии за неоценимый вклад в патриотическое воспитание подрастающей молодежи от лица всего аппарата администрации выразил Бадыр Ахмедов. Огромная благодарность тем сослуживцам, ребятам, которые были рядом с ним, которые пожили сегодня рядом с ним, поблагодарить за то, что приняли сегодня участие в этом мероприятии. И ученикам этой школы огромные традиции по воспитанию детей. Отдельно хочу обратиться к нашим ученикам. Действительно, человек жил до тех пор, пока о нем помнят. Я думаю, память о нашем Гуламагомеде будет жить вечно в нашей школе, в нашем городе и в республике. По завершению выступлений была проведена церемония открытия мемориальной доски и возложения цветов. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».